Слово «бифуркация» означает «раздвоение» и употребляется в широком смысле для обозначения всевозможных качественных перестроек, в частности, перестроек структуры динамических законов взаимодействия элементов среды. В середине прошлого века французский математик Френе изобрел натурально-геометрический метод, позволяющий конструировать, а тем самым открывать, распознавать и применять динамические законы, более тонкие, чем это возможно в рамках принципа относительности Галилея. Примером такого более тонкого закона является кручение траекторий центров инерции частиц. Нажимом пальца мы сообщаем кручение элементу массы стальной ленты. Из теории Френе известно, что неплоская пространственная кривая имеет отличное от нуля кручение. При решении задачи Ньютона о движении двух частиц в центральном поле с помощью принципа Галилея необратимо утрачивается тонкая динамическая информация о реальном поведении частиц. Информация утрачивается потому, что принцип Галилея разрешает преобразование, обращающее кручение пространственной кривой в нуль. Компенсировать же утрату этой информации нельзя никаким другим методом, кроме метода Френе, ибо кривизна и кручение кривой в теории Френе являются натуральными координатами кривой, то есть жестко и однозначно ее характеризуют. В воронке мы видим борьбу двух динамически различно организованных типов сил, бифуркацию сил. Архимедовы силы пытаются вытолкнуть пузырек воздуха вверх, но еще более мощные и единственно врожденные, как их назвал Ньютон, силы материи углубляют воздушный шнур, тянут пузырьки воздуха вниз. Застывшие следы работы этих врожденных ньютоновских сил материи просматриваются в форме раковины. Если медленно крутить в противоположные стороны два конца стальной ленты, то вдоль ленты распространится кручение. При этом вторая натуральная координата траектории центра инерции элемента массы стальной ленты, кривизна, распределяется по ленте неравномерно. Неравномерность распределения кривизны вдоль ленты расщепляет структуру закона динамического взаимодействия элементов массы ленты на два типа. Первый, центральный, векторный, ньютоновский, хорошо демонстрируется при парном взаимодействии элементов массы суспензии. Второй, тензорный, больцмановский, проявляясь при столкновении капли ртути с кусками натрия, может привести к распаду капли. Центральное взаимодействие двух частей капли через тонкую перемычку закручивает их. Слияние капель, синтез, возможно лишь благодаря очень сильному притяжению молекул ртути, которому удается преодолеть кручение частей капли. Тонкий анализ столкновений стальных шаров мы пока проводить не будем, однако кручение каждого из шаров в момент столкновения играет и здесь решающую роль. Медленное вращение двух концов этой стальной ленты в противоположные стороны возбуждает их кручение, которое приводит к росту кривизны ленты. Мы наблюдаем весьма высокоорганизованный динамический процесс, который естественно описывается в натуральных координатах кривизны и кручения траектории центров инерции дискретных элементов массы ленты. Эта динамическая система существенно пространственна, так как перестройка формы идет через возбуждение кручения, которое трансформирует кривизну ленты. А увеличение кривизны возбуждает внутреннюю энергию массы. Такую динамическую композицию, без утраты ее сути, создать на плоскости невозможно.
такой объемной развитой динамики является поле инерционных сил. Эта тонкая ниточка демонстрирует зарождение поля мощных инерционных ньютоновских врожденных сил, подавляющих Архимедовы силы. Над воронкой с водой с зафиксированной нижней точкой мы совершаем два типа галилеевых преобразований. Сначала вращаем ее вокруг вертикальной оси, затем медленно поворачиваем на небольшой угол вокруг горизонтальной. Результат – тонкая динамика ветвящихся воздушных шнуров, описываемая натуральными законами Ньютона, Фране, Больцмана и недоступная методом Галилея, примененным ко всему пространству воронки. Элементы массы воздуха в двух шнурах связаны по горизонтали центральным взаимодействием и через водяную перемычку закручивают друг друга, так как кручение обратно пропорционально расстоянию между центрами инерции элементов, а радиусы кривизны траектории центров инерции обратно пропорциональны массам соответствующих элементов. Это и препятствует слиянию двух шнуров. Распределение воздушных ячеек в горизонтальном сечении далеко от нормального распределения закона больших чисел. Тоже можно сказать о распределении в горизонтальном сечении чернильной капли при ее прохождении сквозь воду. Но это вовсе не означает, что природа этого распределения носит такой волновой характер. Проанализируем процесс столкновения двух частиц. Из теории Френе-Больцмана вытекает, что в момент столкновения приращения масс не бесконечно малы. Следовательно, энергогенные инерционные силы очень велики. А угол падения одной частицы на другую не равен углу отражения. Это следствие пространственного кручения в процессе столкновения частиц. Этот тензорный закон Фране-Больцмана сохраняется и при взаимодействии колоссальных масс во Вселенной. Каждая из взаимодействующих галактик к периферии становится более плоской, что связано с уменьшением кручения траектории центров инерции периферийных масс. Однако оси вращения каждой из галактик при этом не обязаны быть параллельны друг другу. Подуем на суспензию. Казалось бы, это должно привести к слиянию ячеек. На самом деле стимулируется их распад. Но заставить ячейки слиться, осуществить их синтез, трудно из-за кручения траекторий центров инерции элементов масс и кривизны траекторий. Почему же нам удается в конце концов слить изолированные в начале процесса элементы объема воздуха в непрерывный шнур? А потому что мы помогли процессу, предварительно закрутив воду в бутылке. В результате ячейки воздуха движутся в режиме перманентного энергогенного столкновения. Так рождается подъемная сила в шнуре. Закручивание непрозрачного волчка формирует в его объеме аналогичный высокоорганизованный динамический процесс, приводящий к возникновению подъемной силы, которая поднимает центр тяжести волчка. В принципе, можно сконструировать прозрачный волчок, буквально реализующий динамику воздушного шнура. Обратите внимание на поперечную структуру столбики концентрированного мыла. Это следующий и более тонкий уровень механики Больцмана. Кумулятивный закон, который наряду с кручением играет существенную роль во многих динамических процессах, в частности, в показанном здесь развитии ростка из сети.
Кумулятивность проявляется в членении воздушных шнуров. Это морфологическая сторона механики Больцмана. А теперь приведем пример оценки ее энергетической стороны. Чтобы разорвать сплошность воды на площади в 50 квадратных сантиметров, необходима сила порядка 1500 килограммов. А мы добиваемся этого медленным, незначительным отклонением в поле тяжести 3 килограммов вращающейся массы воды. С точки зрения принципа Ле-Шетелье, здесь происходит следующее. Даже малое воздействие на систему снаружи возбуждает в ней процесс, который пытается, и не без успеха, уменьшить величину этого воздействия. Таким образом, бифуркация динамических структур позволяет, в частности, конструировать и энергогенные процессы. И картины взаимодействия масс в короне Солнца, и следы геодинамических процессов в земной коре, протуберанцы в камне – все это проявление бифуркации динамических структур. Обратите внимание на спираль с первичным и вторичным кручением, вмонтированную для прыгучести в полимерный мяч, и на сходство этой спирали с графикой неолита. Человек неолита не противопоставлял себя Вселенной. Он так ее понимал, так он чувствовал тонкие законы динамики. Четыреста лет тому назад тяжкий путь познания привел к открытию принципа относительности Галилея. Это большой шаг в познании. Но априорное требование ко всем законам Вселенной подчиняться принципу относительности есть нарушение субординации по отношению к Вселенной, ибо он обязывает нас закрывать глаза на те более тонкие законы динамики, которые вполне могут быть освоены на уровне формальных методов, на уровне требований, которые мы предъявляем теперь к точному знанию. Тонкая динамика, которую мы показали, звучит, например, в вертикальных колебаниях воздушных шнуров в трубах органа. Управляет ростом растений. Ее интуитивно почувствовал художник нашего времени Ван Гог. И в наше время возможности разработки разнообразных тонких технологий, управляемых тонкими законами динамики, не ограничены.